Нейросети умнеют на глазах, и пермские школьники тоже благодаря открытым урокам цифры. Среди старшеклассников обязательно найдутся специалисты, готовые внедрять технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь в работе фермерам и агрономам, инженерам и строителям и медицинским работникам. Мне очень понравилась речь спикеров, которые рассказывали нам про искусственный интеллект, главную тему данного урока. Также мне очень понравилась презентация Сбербанка, как они рассказали про нейронные сети. Надо действовать. Времени остается мало, уже 11 класс, надо думать, принимать решения и двигаться дальше. Вот так айтишниками и становятся. Урок цифры реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». У пермских школьников есть возможность узнать, как работают новые технологии, какие профессии будущего создаются, да еще и в интерактивном формате. Мы формируем у детей ту цель, к которой они способны будут прийти после выбора профессии в информационных технологиях. Мы рассказываем о новых профессиях, мы рассказываем о новых возможностях, которые дают информационные технологии в жизни людей. Школа Пермского края активно участвует в уроке цифры. В прошлом учебном году Прикамье вошло в топ-30 регионов, где акция стартовала успешно. Вообще урок цифры – это интересный проект, который не первый год проводится, и мы сопричастны к этому. Зал внимательно слушал, а в какие-то определенные моменты реагировал. И если был шум, то это было обсуждение, значит, это зацепило детей. Это, конечно, говорит о том, что такое мероприятие, такой проект, он просто необходим. Детям это интересно. Тем более, когда все в телефоне. В Пермском крае уже работает сетевой IT-университет, и в нем обучаются более 1000 человек, в том числе и педагоги. Екатерина Куликова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта».